Всем доброго времени суток. Добываю я сегодня металл опять. Нашел такую вот его рельсу. Рельса длинная. Мне в машину лезет 1,80 м максимум от сидушки до багажника. И распилил я ее на две части. Как раз вышло 1,88 м. 1,88 м один кусок и второй кусок. Сейчас зацеплюсь. Второй кусок. Эй, елки-палки. Короче, второй кусок у нас получается тоже 1,88 м, почти 90. Рельса это у нас 22,5 м в пятах вниз, а по высоте 13 сантиметров. Это, наверное, железнодорожная какая-то. Такой вот кусок был, получается, 4 метра. Конечно, мне лучше целый блок забрать на столбики, на ворота, но нема возможности. Прицепную я с машины снял, да и прицеп самодельный гнать неохота по дороге, чтобы гаишники остановили. Так что я решил распилить эту и загрузить в машину. Куда мы ее пустим? Или на металл сдам, или может на ковальне будет делать хороший такой кусок. Пилил я это, как вслед предыдущих видео у меня было, триммером. Затратил совсем мало времени. Сейчас пойдем пилить следующую. Там покороче лежит, уже выкопанная, готовая. Осталось только распилить. Взял такую кувалду с собой. Кувалда. Чтобы добивать. Да, попилил, там осталось чуть-чуть. Так добивал. Сейчас будем пилить следующую. Руки позаняты, так неудобно. Так, вот у нас рельсина. Сначала отсюда надпилим. Наверное, я тут не буду замирать. Где у нас середина? А так прикину, наполам распилю. При том, что она кривая, дугою согнутая. Та поровней была, ну, защербленная, а это совсем кривая. Тут у нас получается 2,90, 3. Ну, 3, наверное, 15 где-то. Рассобачим ее наполовину. Вот того 1,50 м. Так, и там, ну это, если там 1,50 м, это вот эта середина у нас получается. Так, что-то 1 м застряло. Так, 1 м сложил. Будем распиливать сейчас. Намешу, чтобы мне это чуть на эту поднимал. Тащу на березовую палку, чтобы удобно было пилить. Мазал руки, забыл, что перчатки в кармане. Так, сюда поставим камеру. Сейчас. 5 секунд. Минут. Поставлю камеру шагом. Пилить рейтинг. Thank you.
сзади закрепился почти. Тут дальше поставлю. Все. Так, камеру установил. Сейчас будем пилить. Подошву допили уже, покуда редуктора хватило. Дым он только идет, пар. Допилил подошву, осталось еще перепилить верхний пятак. Отсюда же не видно. Сейчас переставимся.
О, чтоб было видно. Так, у нас прорезь. Видать? Сейчас одну земляка. Земля замерзла. Камеру устанавливаю на ветках. На двух слозы нашей болотней. Так, осталось где-то прорезь вон. Видно, все, сейчас будем пилить. Пилю я этой болгаркой, говорю, пилю триммером я. Гонь за триммером. Так, подпили уже малость, осталось, поставили ее на подошву, осталось сейчас чуть-чуть, троху не напротив попал, ну сейчас кувалдой добьем. Thank you.
вроде бы допилил, что можно все. Получается, троху там у меня и наискось подпилено неровно, так чтоб остался перешиек, правда, великоватый. Ну, сейчас я положу на бок, попробую кувалдой ломануть. Если получится кувалдой, конечно. Видно, не видно. Солнце бликует. Так. О, сейчас будет у нас громко. Кто не любит резких звуков, закрывайте уши. Загнутыми рогами лежит рельса, сейчас так высоко туда, наверное, на сантиметров 30 над землей, сейчас должна отломаться уже. Пошла уже колоться. Ну, камеру огня буду с моей подставки снимать, то, что потом долго устанавливать. Вот тут уже трещина пошла. Там 4 метра и там 5 метров все рельсы такой.
Она думает, килограмм 80 бузин, это тяжелая рыбка. А раньше чуть еще нашел полтора метра такой, 1.06 где-то, даже 70. Еще толще, чем это. Еле в машину запихнули. Вот такая вот у нас сегодня вышла рыбалка на металл. Ехал за одним этим куском хотя бы забрать, ну, нашел еще, можно сказать, в два раза больше. Ну и все полажу, уже готовые, распиленные, то можно полазить по краях, пошукать, ну все что-нибудь. Слава богу, тренер целый еще, редуктор не рассыпался, хотя его так сильно колотило. До этого я раньше пилил, ну, пилил тонкий металл, тоненький, рельсы здесь узкоколесные, знаешь, кривые, так распиливал на металл, а где ровные, так старался целые забрать, лопнуть, хоть из машины торчали в багажнике. Ну. Диск луга. Я думал, ерундовая будет, это 230-й был, который стоит. Но диск хороший. Сколько его колотило, било, вылетало, зажимало, не порвало все-таки. Хотя, можно сказать, на тренере тут выходит центробежное сцепление, то оно даже и хорошо, когда диск поджимает, оно буксует, начинает буксовать, и диск при этом останавливается полностью. Аккуратно газ кидает, достаешь и все. Так что кого нема грошей на бензорезы, денег, то можно и триммером распилить такие вот металл, что, ну, не каждый день пилишь, а грозу нередко попадается. Место тут такое сейчас, что крупный. А так в основном мелочь шукаешь. Походишь там, где наколупаешь мелких, мелкий лучше его закинули еще. А этот надо пилить и грузить еще. Фу, что самому тяжко, да тяжко. Если не сам, так что уже тут закинуть этот 80 грамм кусок, это не проблема. Один, вторый, ну и те куски там килограмм хоть по 130. Машину я в горчах подогнал, там стоит полностью, сюда заехал по этих вот горчах. Хотя машина, можно сказать, не очень такая дешевая, но за что-то жить надо добывать. Ходит по корчах поедете, не будешь же тягать рельсы эти. Так что на этом заканчиваю я сегодня